Привет, любителям всякой разной механики, это Стелс Капитан. А это его карбюратор. Что вам нужно про него знать, кроме того, как это полный геморрой? Это вакуумный карбюратор, Дэнни, то есть до того, как вы сделали вот так вот тросиком, получается, идет воздух и открывает вот здесь вот вакуумную заслонку. Такая шторка специальная, и то есть вот то, что вот вы здесь вот делаете, газуете, потом только после этого открывается вакуумная шторка. То есть в связи с этим создается некоторый затуп между тем, как вы открываете дроссель, и после того, как открывается шторка. Кроме того, этот карбюратор оборудован вот такой вот электрической обогатителем. То есть этот обогатитель срабатывает после того, как вы заводите двигатель, он начинает потихонечку отпускаться. Опускается он туда 6 минут, но нужно его настраивать для сильного мороза. Надо его чуть-чуть поднимать, чтобы он у вас опускался дольше, иначе двигатель не прогреется, а он уже туда опустится. Кроме этого, этот карбюратор оборудован вот таким вот подогревом дроссельной заслонки. Не знаю, конечно, как это ему помогает, но на практике это никак не помогает. А если вы хотите узнать, как избавиться от всего этого геморроя, подписывайтесь на канал, смотрите мои видео.